Ариша, Ариша, ты проснулась? Да. Я проснулся. Ребята, мы сегодня достраиваем Тайкун Пиццу. Специально для вас накопили деньги, кристаллы и все остальное. Хорошие денечки. Папа. И дочки. Бежим, бежим, утро наступило. Все, сейчас я активирую свою пиццу и смотрим, друзья, сколько у меня всего. 345 тысяч, 9656 кристаллов. Мы сегодня достроим ее до конца, сделаем кучу рецептов пиццы. И говорили вы в комментариях, что какие-то конфетные здесь есть, эти покупочки. Ага. Поднимаемся наверх, вон туда, папа, в наш... Папа, крестики. Здравствуйте, крестики. 10 тысяч, будущее. Ого, у нас 10 тысяч. Столики. 12 тысяч. Бабамс! Что? Мороженка 12 тысяч стоит? Шоколадная! Шоколадный фонтан? Да! А сегодня проверка на скорость! Кто из вас самый быстрый? И кто быстрее всех подпишется на канал и поставит лайк? Если ты уже подписан, то просто поставь лайк! 1, 2, 3, 4, 5! Успел? Ты супер быстрый! А что еще можно построить? Я хочу еще чем-нибудь. У меня столько денег. Давай здесь построим что-нибудь. Нифига, это просто веранда. Зачем я столько денег копил? Мы с тобой уже закончили. Все, ребята, мы закончили игру. Всем пока. Шутка, шутка. Продолжаем, продолжаем, продолжаем. И мне тут предлагают телепортироваться в магазин. Я захожу обычно сюда, но мне сказали, что надо не заходить не сюда, а вот сюда. Спасибо, что в комментариях об этом сообщили. Это мороженое. Да, и мороженое. Правильный. Есть. О, давай, давай, давай. Спасибо, ребятушки, да. Друзьяшки. Да у меня дофига кристаллов. Эту. Я сейчас вот это куплю, да. Шоколад! Коклис! Это! Все, покупаю, покупаю! У меня денег море по $200! Вот такую! Такая! 8000 еще! Дофига денег! О, супер дорогие друзья! Смотрите, по 500 кристаллов! У нас есть деньги! Покупаем 500! Вот такую беленькую! Все, купилось! Все, купилось! Отлично! Отлично! Все! Вот это мы закупили! Теперь, друзья, мы идем в этот магазин и закупим рецепты обычной пиццы, чтобы новые пиццы сделать. Что у тебя? Привет. У Аришки новые чувачки появились. Отлично. Давайте купим самое дорогое. Значит, такое у нас уже есть. Вот этот вот непонятные палочки покупаем. Вот эти точечки песто. Песто. Покупаем песто. Вот такую красную, такую зеленую. Вот такую горчица, что-то бибикью. Пам-пам. Вот эту купим. Все, спасибо, спасибо. И все купил. И идем. А где мой ресторан? Эй, где папа? Вон он, смотри, самый красивый ресторан по подочке разноцветный. Все, друзья, бежим туда. Прибежали в наш ресторан Папа Крестики. О, у меня тут, смотрите, хавают, едят. Нормально, нормально. Ого. Сейчас еще на втором этаже мы забацаем, и будет вообще красота. Вау. Начинаем делать рецептики. Давай, давай, вот это с печеньками. Вот это? Да. Так, делаем это раз. Это сгущенка. Ты думаешь? Да. Печеньки. Да хватит. Что тут? Все, все, достаточно. Для одной пиццы достаточно. Называем ее... Вафля З. Вафля З. Один. ВЗ1, короче. Потому что иначе он не пишет. По-английски пишет. Вафли З1. Ну ладно, давайте теперь следующую. Давай вот печеньки. Вот эти вот печеньки. Так. Отлично. И вот эту начинку. Это как назовем? Кетчуп по печеньке. КП1. КП1. Отлично. Шоколад и белое. Белое замазало шоколад. Не видно, короче, под шоколадом. О, это значит пицца с сюрпризом, друзья. Пицца сюрприз 1. PS1. И вот эти смешаю с вот этими. О, красота. И с вот этими. И с вот этими. И это будет пицца гибрид. Гибрид 1. То есть G1. Самая крутая пицца. Ребята, приходите, там все начинки есть. И последняя пицца у нас будет с одной начинкой. Вот с такими вот шоколадными печеньками. Печеньками. Орео.
Орио. Ну тогда Ор-1. Ор-1. О, во-во-во-во-во, они уже едят, смотри. Вот, нормально. Дай откусить. Ам. Ам. Ребята, я залез к клиенту на колени. Ты что, наш хочет откусить? Я колени, на колени. О, я его съел. Так, теперь эту девочку схаваем. Это, сделать пранк и откусить их. Вот, смотри, самые дорогие заказали. Во, народ прет, ребята, смотрите. А давай посмотрим, как они назвались. Давай, сейчас спустимся вниз. А здесь никого не... А, нет, вот есть клиенты, есть. И здесь они без названий все-таки. Уже даже я использовал английские буквы, цифры. Все равно он пишет какую-то фигню. Помнишь нашу пиццу Лимар? Ладно, давай построим пока это, короче, вот такую начинку и такую. Это раз пицца, не знаю, что это. Да. Я назову зеленая... Зеленая лепешка. Красненькая и это вот кетчуп. Эти вот. Креветочки. О, это морская. Морская. Следующая... точечки с кругляшочками и с палочками. О! Да. Это зеленое все. Я назову ее веган. То есть вегетарианская. Веган. И тоже крестики. Крестики. А я. Вот это я уже даже не помню, как называется. Все, и смотрите, ребята, что-то за 20 тысяч долларов. Сейчас я построю. Есть, я что-то поставил. Апгрейдил своего. Кока! Я хочу сейчас посмотреть, могу ли я что-то достроить еще. Здесь наверху не вижу. Тогда подойдем к компьютеру. Click to open. Переназовем наш дом. Папа. Дочки. Отдельно напишу. Папа, бочки. Значок. О, значок пиццерии поставлю. Отлично. И пойдемте, друзья, на улице. Там стоит этот... штуковина, мы сейчас зайдем внутрь и посмотрим, что там можно сделать. Народу, деньги идут, кристаллы так и идут. Заходим, вот он этот чувак, который бегает, строит, привет. И вот, нажимаю click to open. Давайте сначала зеленую кнопку нажмем. Нельзя ничего сделать, я нажал зеленую кнопку и теперь ничего не могу сделать. Что я натворил? Посмотри, вдруг что-то разрушилось. Здесь ничего не могу. И здесь... Блин, ничего не могу. Ничего не делать. О. Так, нажимаем. И здесь ничего не делается. Ну-ка. В общем, непонятно, что там. Профиль. А, это у меня сохранение. Отлично. Это то, что за робоксы. За робоксы нам ничего. И бесплатно. Ну-ка. За 10 робоксов. Я не знаю, что это такое. Десерт. А, какой-то десерт можно купить. Так, друзья. А, вот, я могу что-то построить. Ура, нашел, что могу потратить деньги. Давай. 11 500, апгрейд. 12 000, давай. Еще апгрейд. 13 000, да у меня денег много, давайте. 15 000, смотрите, все мощнее и мощнее. 16 000. Уже голубые пиццы. И скорость у них, это они скоростные. Офигеть, смотри, скорость какая. Космическая пицца, ребят, смотрите. Квадратная лепешка становится круглой. Круглая становится красной. Красная становится голубой. Коричневая становится голубой. Вау. Еще что-то построить. Еще, вот смотри, 17 500. О, вау. Есть, генераторы какие-то. Еще, ребята. Чувак какой-то, профессор Пупкин! Давай опять мы сделали. Ого, еще что-то! Привет, Пупкин! На тебе еще за 20 тысяч что-то. Домик апгрейдили, ребята. Тут стройки еще море. У нас 170 тысяч еще. Может, теперь можно что-то построить? Клик. Эквип. Ну, эти кнопочками зелеными не становятся. Поэтому я нажму здесь. И что-то можно здесь поменять? У тебя вообще как там дела? Голая девочка тут бегает. Смотри, какой кошмар. Ты чего здесь делаешь, голая девочка? Вон от тебя даже профессор Пупкин спрятался, отвернулся. Я тоже отвернусь. Уйди отсюда. Как тебе не стыдно, уйди отсюда. И я могу строить. Ариш, смотри, 16 500. Строю. Подожди, 16 тысяч. Есть. 17 тысяч. Эй, у меня же есть деньги. 17 тысяч вот это вот. Бам, зеленая дорожка. 18 тысяч. Бамс. 20 тысяч. Да-дамс. 17 800, ё-моё, 16, ё! 19 500, дыщ! Что? Посмотри вон туда. Да. И побеги туда. Так. Стоп, в середину. Есть что-то... Инопланетянин! Где?
А, да, на вывеске, ребята, смотрите. Как ты заметила, молодец. Ребята, кто еще заметил первее меня? Напишите в комментариях. 10 тысяч, кто здесь? Стойка, стойка, вау. Так, 12 тысяч. Бам. У меня пицца называлась И. Получилось, смотрите, у Ариши название И. Я за 12 что-то построю. Меню. Смотрите, как я уже апгрейдил. Пойду посмотрю, что на втором этаже можно сделать. Но здесь, слава богу, пока ничего строить не надо. Смотрите, здесь ничего не надо. А для низа, оказывается, денег, которые накопил, их мало, не хватило. Давайте так, пока копятся деньги, я сделаю несколько рецептов. И мы это промотаем, когда у меня будет, например, 30 тысяч. Раз, два, три. Друзья, что я заметил? Я заметил, что мне нужно уволить моего повара. Он ничего не делает. Ну-ка, ты чё творишь? Если ты так будешь работать, ты будешь уволен. Ты почему не собираешь пиццы? Почему мне за тебя надо работать и собирать пиццы? Ну-ка, работай. Если продолжишь в таком же духе, я тебя уволю, потому что я директор. Вот видите, как разбирается он с ним. Да, а мы на всякий случай сделаем 17 тысяч. Апгрейд за 17 тысяч. И кто у меня тут? Инопланетяне! Нет, у него рожки, смотри, какие-то. Инопланетяне! Он бездельник. Почему он не видит? Он реально инопланетянином стал, ребят. Так, здесь за 11500 что-то. Улучшили что-то. У тебя стол. Он просто не прогрузился. Пока не прогрузился? А у тебя прогрузился? Вот Ариша пришла. Ну-ка. О, смотрите, стал работать лучше, ребята. Этот работает лучше. Да. Мы его превратили в инопланетянина. Сделали ему укольчик, он стал инопланетянином с такими рожками. По-моему, твой брат. Нет. Я, короче, пока копились деньги, я сходил и смотрите, сколько наделал пицц. Вот. Так, давайте так, посчитайте, сколько здесь пицц. Поставьте на паузу и посчитайте. Я сейчас отверну на счет 3. Раз, два, три. Отвернул, все, вы уже не видите. Кто из вас посчитает, тому поставлю сердечко на ваш комментарий. Напишите, папа, у тебя было столько-то пицц. И все, и я вам поставлю сердечко. Все нормально, туалеты чистые. Сейчас мы пойдем сделаем рецепты печенек новые. Я, знаете, как я буду просто тыкать, друзья, просто тыкать. Смотрите, вот, тык, 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 тык. Отлично, все, натыкал. И просто пишу какую-нибудь ерунду. Например, ПП, это русский, ППДП. Вот, ППДП, не знаю, что это значит вообще. Теперь следующее делаем. Папа, что? Дочки. Папа, дочки. ПДПД. О, подходит название. Давайте так, еще раз. ПД, ПД. Папа, дочки, папа, дочки. Отлично. Следующий, вот, следующий мастерим. 6, 9 кристаллов. 10. Все напихалось. ВДД. Папа, дочки, дочки. Вот так вот. Есть следующее. А еще правила дорожного движения. Папа, так, раз, два, что? Три, а я четыре. Хочу пиццу Лимар. Ну попроси там обслужить. А у меня куча народу работает. Они тебе дадут. ПДД. П. Раз, два, три, четыре. Четыре только ингредиента. Отлично. Выглядит прикольно. Просто потыкал, друзья. Вот она вот так вот выглядит. Давайте. ПД. ПД, ПД. Три раза. ПД, ПД, ПД. Следующая пицца. Раз, два, три, четыре. Все ингредиенты не впихнулись. И назовем ее... Я хочу пиццу. ДП. Дочки папа. Так, и последний ингредиент. И просто... О, это ММДМсы. МММ. У меня 88 тысяч, друзья. И теперь можно достроить. Что тут мы достраиваем? Пишется... 20 тысяч. Буф. Есть! Смотрите, все покраснело. Круто. А здесь что сейчас произойдет? Давайте нажимаем, ребят. Что произойдет? Папа, папа. Бах! Инопланетяне! Бах! Где? Везде, что? Инопланетянинская пицца. Папа, построй вот эту. Вот эту, где ты стоишь, строю. Бдыщ. Что такое? Туалетная бумага за 19 тысяч долларов, что ли? Вау! А еще? Прикольно, пока нету, но... Вот.
Друзья, мне нравится строительство, да у меня денег нету. Нифига себе, так, повар справляется, деньги собирает исправно. Пойдем посмотрим, что там на улице, застройка. Это, наверное, улучшение, 16250, давайте сейчас накопится. Все, ого, смотри. Строим. Зеленая дорожка, просто зеленая дорожка. Дом-то у тебя избушкой стал. А почему? Я же его улучшал. Да, это... вот что это, кнопочка. Решает, ясно. Он опять. Что-то решает. Есть. Это что я делаю? О, оставь одну. А, это, ребят, это нету здесь ма. Это назначение, кто что делает. Короче, табл, пицца. Короче, это я распределяю себя все в магазине. Ну, я этим сейчас занимаюсь. Что, опять магазин этот стал обычным? Да, вот, профессор Пупкин, ты будешь заниматься делами всеми, все, да. Ты что, не работаешь? Может, я что-то не то нажал? А, нет, работает, молодец. 19-20 тысяч хватит. В туалете построить? Да. Ариша хочет достроить туалет, нет бы пиццу построить? Ну. Здесь еще есть. Что? За 20 тысяч с туалетом. Да нет у меня денег 20 тысяч, друзья, нету уже. Я смотри, что-то могу здесь с мотоциклом сделать 20 тысяч. Так, друзья, ну давайте еще 5 минут. Интересно же, что там будет, да? Да. Давайте сейчас щелчок и переносимся через, когда у меня уже есть, например, ну 50 тысяч, да. Раз, два, три. Итак, у меня 53 тысячи и строим за 20. Что тут? Вау, новый байк. А я думал, как... Пап, он летает. Левитирующий байк, ребята. Левитация. Обалдеть. Сейчас за 30 тысяч я улучшу вот эту фигню. Не знаю, что это такое. И что-то я... Смотрите, обслуживающий персонал. Инопланетянин. Друзья, ну, получается, мы уже... Очень долго играем и все равно не закончили эту карту. Друзья, если вы хотите, чтобы мы все-таки продолжили, напишите в комментариях, хотя бы 10 человек напишут, что папа дочки продолжите, и мы ради вас обязательно продолжим. А вы сегодня были на канале Папа и дочки Геймс. С вами сегодня были папа и я, дочка Аришка. Не инопланетяне, они там у нас. Да. Интересно, что же там будет дальше? Ребят, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк, хорошие денечки. С каналом Папа и дочки. Папа и дочки. Всем пока. Пока.